перестать стареть нельзя. Можно только притормозить этот процесс. В первую очередь с помощью правильного питания и активного образа жизни. Мы составили список продуктов, которые помогут вам оставаться молодыми подольше. Молочный продукт богат кальцием, который снижает риск развития остеопороза. К тому же, натуральный йогурт улучшает функционирование кишечника. Те, кто регулярно ест кисломолочные продукты без сахара, реже страдают от запоров и диареи. Достаточно 2 рыбных блюд в неделю, чтобы снизить риск развития когнитивных сбоев в зрелом возрасте. Дело в том, что рыба содержит полезные жирные кислоты омега-3, которые оздоравливают сердечно-сосудистую систему и снижают уровень вредного холестерина. Любимый летний десерт не только очень вкусный, но и полезный. Ликопин в составе ягод борется со свободными радикалами, которые и вызывают старение. Чтобы получить от черных ягод пользу, нужно их есть не реже 2 раза в неделю. Черника благоприятно влияет на функционирование мозга и его когнитивных систем. А антиоксиданты в ягодах замедляют процесс старения. Апельсин богат витамином С и коллагеном. Оба ингредиента сегодня активно используются в антиэйдж-косметологии. Также врачи установили, что приятный апельсиновый аромат хорошо успокаивает и понижает уровень стресса. Так что не только ешьте апельсины, но и нюхайте их. Овощ актуален не только в рационе худеющих. Брокколи содержит витамин С, полезную клетчатку, бета-каротин и селен. Поэтому регулярное употребление зеленой капусты повышает иммунитет и омолаживает организм изнутри. Авокадо – настоящий суперфуд. Алоиновая жирная кислота и омега-9 сохраняют нашу кожу сияющей, упругой и здоровой. Ешьте полезные продукты и откажитесь от вредных. Некоторые, на первый взгляд, вредные продукты на самом деле полезны в умеренном количестве. Чтобы оставаться молодой, занимайтесь спортом.